Здравствуйте, с вами Флаттершай 2013, мы продолжаем проходить игру Fear Extraction Point. В последней серии мы выпрыгнули на крышу какой-то автостоянки от взрыва с метро, и произошла какая-то жесть. Сейчас, секунду. Так, продолжаем. Так, что тут у нас? Ага, отлично. Ну окей, пошли, пошли. Оу! Вот так сюрприз. Я тебя видел. Роботы. Ракетный. Так, аккуратно. Взорвись. Ха, отлично. Так. Опять с этим сейвом будут опять проблемы выглядеть, да? Слушай, мне это надоело. Так, ладно. Мне некуда идти. Мне некуда идти, окей. Так, на минутку прекращу. Тут ничего, тут аптечка, тут коридор. Так. Чё? А, блин, клон, блин. Оборону заняли, да? Спрятались, что ли? Я вас вижу. Плохо спрятались. Так, аккуратно. Стопни. О! Что за? Шима заебика. Ну ладно. Пика хоть целый день, мне пофиг. Заперто. И сюда. Пока что тут пусто. Тут что? Вызываем тяжелого штурмовика. Охереть. Так. Ну как тебе? Тяжелый штурмовик. Слишком тяжелый. Охереть. Так. Сейчас опять. Блин, нахер. Вот и вот. Аккуратно. Что сюда еще будет? Не? Ладно, тупо, а я не врагу. Он долбанулся. Живучик. Как зарядка просто. На. Еще один. Да стопник уже. Живучик. Куда собрался? Да ты что, охерел? Ну, наконец-то. Вот живу тебя. Да ой! Что это было?
Я слышу, там еще какой-то ходит робот, да? Их сколько тут вообще, интересно? Целая паяна. А, это свет. Ух! Поэтому он сейчас отсюда еще выйдет. Будет еще лучше. Так. Ух. Или понаставили. А эти куда-то смыли, что ли? А-а. Вниз бежай. Еще ракетная установка. Фух, мины. Ладно. Мы сделаем таким образом. Это мины. А мины взрываются таким образом. Блин, что-то скользко. Еще одни. Блин, да что скользко тут? Тут что, лед размазали? Ой, нет, опять что за... Блин! Что тут происходит? Так. Еще один робот, да, выйдет из ниоткуда? Не? Блять. Ну офигеть. Нахер. С одним разобрался, тут еще один. Патронов ни хера. Ни хера. Бежал. Ты придешь сюда или нет? Ее номер слышно. На. Офигенно, у меня оружие не стало. Ну и как мне по-вашему убить? Патроны хоть какие-то понятия. Нет. Хера тут нет. Как мне с ним бороться? Когда всем на нуле. О, вот еще. Короче, вариант проскользнуть мимо него каким-то образом.
дай патроны. Ну, блин, тупой пинка. Что, все будет? Спасибо. Нет. Теперь взорвись, наконец-то. Боже мой, ну сколько тут патронов, объясните, а? Ах, конец-то. Ну и живу тебе. У меня опять игра выйдет, но КСФ разошел, когда я убил робота. Что заново убивать? Ну ладно. Зато, наконец, хоть какое-то оружие появилось. Бо! Ну это вообще классно. Минное поле какое-то. Так. Во. Отлично. Слишком дофига роботов в этих, блин, автостоянке. Тут что? Еще один робот. J1. Неужели я выбрался из этой автостоянки наконец-то? Офигеть. Ну и музыка. Опять метро. Оу! Опять глюки. Видение. Ты ведь еще не знаешь, кто ты, что ты, почему ты здесь. Фэттел. Ты станешь богом. Офигеть. Дверь открылась. Интересно, как так автостоянка связана с метро? Вот так покромсаю хорошенько. Но мне пофиг, зато хоть патроны наконец-то. Хоть какие-то. Ладно, пошли в ту дверь. Отсюда забито. Неприятная дверь, надеюсь, туда не надо будет идти. Жать. Ты все равно не убежишь от того, частицей чего был до рождения. Офигеть. На тапсе читаю. Блин, не хочу туда идти, но надо. Ненавижу такие двери. Ты не придешь? Да? Я тут умру одна. Да иду я, иду. Слышишь? Да иду я, блин, что ты ждешь? Куда я пришел? Запасы. Пройти реально боится оборот. Окей. Джон, в чем дело? Никто не отвечает. Мне-ка все умерли, вот почему. Под стеклом картины везде. Фирма. Это XPS Experiments. Ладно. О! Начали! Будьте начеку! Теперь вы появились, да, наконец-то? Нежели с этими роботами сражаться.
Охерели поза. Ладно. Он еще жив оказался. Блин. Лазерный, блин. Винтовщик тут. Да сколько вас тут? Целая армада? Видимо, да. Типа заперто, заперто. Так, тут этот был зачем? Так, не дробовик. Ого, сейчас попьяшим. Так. В офисах аптечки. Одну возьмем. Ну и хватит. На этом. Так. Высоко как. Вообще, куда я зашел? Стройка какая-то. Так. Понятно. Используем строительный материал, чтобы выше подняться. Оу, кто у нас тут ждет? Долго медрил. Ну и музыку кончилась, да. Так. Видимо, придется прыгать. Ну ладно. Свод окружаем! Свод окружаем. Да-да. Строительный материал. Стройка материал. А вы иди. Такие слабые. Ну и такие беспомощные. Спасибо за патроны, автомат. То, что нужно. То, что доктор прописал. Ну я куда иду? О, офисы опять пошли. Оу! Быстрее, куда быстрее, куда он меня зовет? Оу! Так вот мы как за мной следим, да? Понятно, обошли это место. Так. Открыть дверь. Дальше. Ну и ладно. И обратно прыгать. Ну это просто. Так. Обыскать сектор! Еще один. Ему понравился такой щит. Так потанцевал, блин, извозился, как змея какая-то. Кого? Тим! До свидания, блин. Блин, я же поменял. Сдохни. На, блин. Насуй свою, блин, жопу. Так-то. Так, выше подняться. Окей. Не офисы. Куда-то пошли опять. Так. Выкрить патрончики. Быстрее. Оу. Быстрее. Куда быстрее? Что? Нахер! Я хочу это нажать, а не эту хрень. Дженни, это Джон. Оставайся на месте, иду к тебе. Да вас уже в живых нет. Так. Где выбрались? Да. Вообще... Так. Таким образом быстро сексируют.
Раз, два и готово. Ну это легко перепрыгнуть. Тут заперто. Еще выше, да, подниматься? Сколько там подниматься, интересно? Еще выше потом. Именно все, блин, тут поломано. Ну ладно. Поломано так поломано. Оу! Скоро тебе придется выбирать. Никто не может бегать вечно. Охеренно. Опять очередной глюк. Оу. Так. Ни хера не понял. Я что, обратно телепортнул? А, окей. Ладно. Оу. Бога. Бурром. Опять вы. Это же был этот Чинсуклон. Куда она там убежала? Так. Вот здесь за ней надо идти. Посмотрим. Оу. Отлично, выбрался с этого. О! О май год! Чё с тобой? О, механа. Хотел понять, откуда пришёл. Окей. Мясо было. О май гад! При... Ну вот и все, ей хана. Это что за хрень? Кто фоткает за хрень? Ладно, пофиг. Сейчас я один одинёшенный, как обычно, всех поубиваю, я один сам по себе. Ну, спасибо хоть за аптечки. Охраняй дверь! Охраняй дверь, охереть. Сдохни. Мы потеряли одного! Ты тоже, блин. На. Где еще тут? Жути гады. Просто. Опять прыгать, да? Ну это ничего сложного. Что это за звук? Что-то нехорошее творится. О, вот, не ожидал, что тут появишься. Перекличка. Ваша перекличка в стопе, блин. Сдохни. Так. Привет, солнышко, как ты там? Тут везде говорят про взрыв, у тебя точно все в порядке? Все в порядке. Уже все сдохли. Там, да... Вообще херел. Сверху тут подкрадываются. Сторону. Что-то я туплю, блин. Вот этот панель. Вот кто по мне стреляет еще, ну? Ну ты тоже, блин. Не в деле, да, видимо? Ладно. Окей, закрытую дверь открыли. Нам, видимо, вот сюда. Оу! Слэр, блин! Ну, наконец-то! Эпизод 5. Эвакуация.
Ладно, на этом все. С вами был FluttershyDev2013. Всем спасибо за просмотр и пока.